Так, вот на этом месте мы в прошлый раз остановились. Остановились мы на том, что у нас типчику плохо и нужно ему помочь. Но я точно не помню, что нужно именно сделать там. Но благо игра показывает, куда идти нужно. Да, и мы сделали себе эти улучшенные. Вообще, это что значит? А, глушителя можно? Я не знал, я просто 2 раза на однерку тыкнул. Ой, на однерку, на двойку, и глушитель оделся. Так. Еще раз, куда мне нужно? Туда, да? Окей. Так, вот это я не пойму, почему мне тут показывают. А, типа мне нужно этот, я понял. Теперь бы понять, кстати, сколько я могу тащить с собой патронов. Потому что я мог 20 таких и пистолетных. 50. О, кстати, тут лут лежит. Лутаться я люблю. Вот у меня справа в этот, как сказать, вылезает какие-то там моди и все, и непонятно, что там. То есть тоже какая-то странная хуйня. Я сейчас случайно, если что, сюда тыкнул, и в итоге правильно было. Я в ахуе. Так, тут чё? Так, там не надо ничего. Какая часть? Это первая, ну как, первая часть. Том Райдер называется, 13-го года. Ну, выглядит неплохо для 13-го года, в принципе. То есть я... Мне блевать не хочется от графония вообще. Прям совсем. Выглядит все очень даже. Так, а куда я вообще прыгаю, если мне нужно, наверное, сюда? Найс. Капец, тут ассасин просто какой-то, офигеть. Вообще в любое место можно запрыгнуть. Так, мне нужно вот туда, да, я понял. Ага. Так, тут пропасти никакой нету, это важно. Опа. Сюда лут. Так, у меня теперь 20 этих стрел. Это нормально, что на меня упало дерево? Ну ладно. Фух, блин. Надо не забывать, что Е карабкаться. Прикольно. Капец, я удивлен, что я допрыгнул. Я думал, что там ГГ вся. Это хоррор какой-то, я не пойму. Уже или чё. Так, как будто бы вот тут вот. Светится белым, как будто можно как-то взаимодействовать. Так, ага, мне нужно теперь туда. Обалдеть. Блять. Я боюсь волков. Стой, давай сначала тут чекни, мне кажется, какой-то важный лут может быть. Может быть. А может и не быть, видимо. Так. О, кстати, отсюда туда потом будем спускаться. А я стрелять не могу, когда вот так вот иду. Ебать, страшно, что за хоррор? Мне нужен только рюкзак. И все. Так, все норм. А, рюкзак с медикаментами вроде бы, да? Он сказал, что утащила собаку у него. Но на обратном пути мне пизда. Тут понятное дело, что мне пизда сейчас на обратном пути.
Бля, сейчас выскочит на меня, сука. А, блять. А, ну я знал, и все равно испугался. Ну как? А, F. Блять, я промазал по кнопке. В смысле? А я жал же. А я жал. Я жрал. Я не понял. Меня бесит то, что, короче, вылезает окошко, вот это вот кругляшок, который тебе, ну, который показывает, что тебе нужно там нажать, да? Но при этом буква снизу показывается, которую нажать надо. Подожди, я не понял. Я F тыркнул. Не понял, погоди. Там просто так быстро все происходит, что я не успеваю понять вообще. Сейчас никак. Так, влево-вправо, влево-вправо. Нажимайте. Не понял, сейчас нажалось. Еще не понял, я сейчас просто спамил, а не то, что в тайминг пытался нажать. И сработало. А залатать можно? Ха-ха, можно. Найс. Сейчас никак. Ну их тут две было вроде, собаки, не? Бля, кстати, не проверил, игра нормально стоит по звуку или нет у вас? Мне кажется, все-таки надо чуточку погромче сделать, вот так вот, наверное. Потому что я рыбалку ставлю тише. А тут... А, тут даже не надо кнопку было нажимать, я понял. Так. Ё-моё, я вообще запутался, а где у нас тип лежит? Вот это выглядит, как будто я смогу зацепиться за эту штучку. Сейчас еще чуть потише, наверное, лучше сделаю. Как будто я могу зацепиться за вот это вот фартук и долететь до дальше. Давай проверим. Ну, хотя бы долетел. Глянь, нашел рюкзак и при этом не потратил патрона вроде ни одного, да? Блин, ну ее как-то показывают, что ее жалко почему-то. Сейчас тебя подлечим. То есть она не то, что какая-то крутая, ее наоборот жалко, как будто ей очень сложно. Хочется, чтобы ей кто-то помог. Рот. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Кто он? Рация, так, он? Я полагаю, наш план доставить его на радиовышку. Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Субтитры ужасно выглядят. Прям ужас вообще. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия. А я не скоро встану на ноги. Посреди экрана просто, блядь. Не снизу где-то аккуратненько. Да, я боялась, что ты это скажешь. Еще и с фоном уебанским вот этим. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Ты же Крофт. Лара, боюсь, Крофт. Я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Опа. Лидоруб свой отдал, да? Или это наш лидоруб, который мы улучшили? Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. В смысле, она что, прощается с ним? Она реально хочет одного тут оставить?
Ледоруб. Получен новое снаряжение, я понял. Вон на той скале. А, подожди, а у меня не ледоруб получается, у меня просто кирка была. Я понял. Так, знаешь, есть в чем вопрос? Вопрос-то в том, что может быть все-таки... Блин, настройки изображения, игра, может быть. Так, субтитры. На ультрасложности еще играем, да-да, я. Так, голоса, клавиатура мышки под... Короче, нельзя фонд субтитров убрать, к сожалению. Нормально, удобно. Но я могу лазить, видимо, только там, где вот белое такое вот все. Ну, помечено. Так. Ну, видимо, сюда теперь. Нормально, удобно, быстро, главное. Вот это опасно было. Ага, то есть мне аж туда нужно? Подожди, типа я могу тут? А, нет, не могу тут. Не понял. Ага, я понял. Ну, навряд ли мне опять там же, где волки сидят, правильно? Я могу сейчас Q нажать, но... Подождите. Ну да, все правильно иду. Подожди, я сейчас просто тащу ледоруб этот, я так понимаю. Тренировка. Бля. Бля, они на друг друга смотрят. Так, все. Я хотел сейчас в этого начать ебашить, но... Та пизда. Бля, как он... Почему он без сведения стреляет? А мне нужно сводиться долго. Вот это обидно. Все? И вторая атака была. Ну, типа он просто бахает меня и попадает, а мне нужно вот это подождать, пока этот круг сойдется. То есть это все долго. Так, тут что я поймал? А, стрелы просто взял, я понял. 28 уже, кстати, стрел. То есть как минимум уже на 8 больше. Блин, я бы чуточку графу бы что-то снизил, потому что вот как, когда дождь, видите, да? Что происходит, немножечко проседает. Вот САУ можно вот так вот сделать. Тесселяцию отключить. И что еще? И резкость давай чуть поменьше. Да, посмотрим. Ну, еще FPS побольше, а картинка, ну, не изменилась вообще. Так, я так понимаю, тут можно вот так вот, да? Так, это опять что-то я нашел. Я разговаривал с жителями острова. Несмотря на запрет покидать дворец, мой долг выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Так. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Окей. Окей.
Я так понимаю, в предыдущих локациях я там что-то не донаходил, потому что там у меня один из трех было. А сейчас вот по новой уже один из десяти вообще показывает. Так, мне вот туда наверх надо, да? Тут, кстати, нету нигде этого. Кстати, я ж могу просто вот так вот стрелять, да? Но ну тут точность будет не очень хорошая. Надо проверить. Я потому что зажимом стреляю, может поэтому я так просираю много. Выглядит, как будто бы тут можно... Я понял. Просто выглядит так, если чё. Ага, я понял. Что, я еще тут не досмотрел, кстати. Может, тут что-то есть. Лут какой-то. Опа. Тайники какие-то нашел. Что это за тайники? Хрен поймешь. Еще и бочку какую-то забагал. Блин. Ну заберись, пожалуйста, а. Спасибо. Она, кстати, с такой анимацией прикольно забирается. То есть, ну, анимация, в принципе, приятная тут. Что-то еще было на Е. А, стрелы, я не увидел их. Не знаю, правильно ли я запрыгнул, как-то по-дурацки, как будто бы, но... Ладно. Блин, ё-моё. Чё так... Подожди, можно тут взять? О, можно, нормально. Ну чё, тут типа лут упадёт какой-то? Да? Найс. Найс. Так, а я могу туда пропрыгать? Вот тут как будто что-то есть. Блин, эта птица была, ладно. Так, ну чё, зацепимся? Найс. Так, тут нужно будет прыгать в сторону. Ебать, чё она как-то прыгнула по-дебильному? Не так как надо. Ой-ой, еще заново все, да? Ну... А, я не помню, вроде да. А, давай оттуда попробуем. Так, заберешься тут? Понятно. Давай отсюда будем пробовать. А, ну подожди, а в чем разница? А, стой, подожди. Да стой, нет, нет, ну, малыха. Давай, аккуратно. Аккуратнее будет. Да не, меня сносит, в смысле, я не могу до туда допрыгнуть. А может прыжками? Нет, нет, нет. Значит, там не так. Блин, я что-то не могу тогда понять. Если я до туда не допрыгиваю. А, подожди, тут просто наверх, может, надо. Блин, вот я олень. Сейчас как будто мост упадет, да-да-да. А-а-а, слоумо. Найс. Скалолаз. Что-то такое, да, 1100. Рейс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиорушки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Вроде ничего пока не потерял. Но тут не нужно, да, ничего жать? Да. Пиздец. Я просто ждал, он попадет или нет. Ну, короче, можно вот так вот стрелять, но... Походу, не ваншот тут все. Типа... А, все, я того ваншотнул. Короче, не буду зажимом стрелять. Зажимом только, когда чел один.
пол стоит. Ну, либо, кстати, первый выстрел можно зажимной делать, когда меня не видят. В принципе, у меня стрел постоянно в избытке, поэтому... Кстати, вот это важно. Я понял. Так, сколько тут монеток? Ой, монеток. Нормально, 300 уже. Блин, она так спокойно идет. У меня плохое предчувствие. Да, есть такое. О, это значит, что тут сейвится будем. Опять их. Здесь опять ей холодно. Блин, ну я не хочу я одежду ставить такую прям пул с куртками. Блин. Ей по-любому и так холодно будет даже без этого, ну, с одеждой этой. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Алиша. Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Сделал. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Ха, удар головой он всегда выручит. Так, рассказы деда типичные. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Верим. Ну хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, господи. Стоп! 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 Чё? Психанул так? Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем, исследователь, сам как редкая рыба. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитмен. Редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Честно, вы какой-то. Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. А, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. Правильно. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Фига, отсылка. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Ямотай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Блин, мне прямо очень хочется фильм пересмотреть, отец посмотреть. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Ага. Справятся. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеяться.
Так, у меня есть одно очко навыков, которое я предлагаю куда-то юзнуть. Так. Смотри, мастер выживания. Что тут можно качнуть? А, получается, больше опыта за разделку животных. Смотрите, все. Ну, то есть, типа, больше лута будет фармиться. А... То есть, я туши осматриваю, и мне дают запчасти для оружия? Это какой-то ор вообще. Так, а ну давай тут посмотрим, что охотник. Можете дольше удерживать лук натянутым. Вот этого не понял. Мне наоборот, чем быстрее он натянется, тем лучше. Поэтому... Бояться, ну-ка. Ну, кстати, вы можете долго свой противника, а, выводить. Ну, я вот это качнул, потому что я до сих пор не могу привыкнуть к кнопкам, когда нажимать и что, и, так сказать, второй шанс. Для меня это, ну, нужно. Так, 0 модификаций из Мегатова 2. А, ну, типа, на луке я не могу поставить модификацию, да? А, не могу. Ну, блин, видите, тут написано... А, нет, тут просто лук написано. Я думал, короче, тут написано обычный лук какой-то старый. А я еще думал, что я лучше найду. Ну ладно. Так. Пистолет, а ну-ка. Увеличенный магазин содержит 10 патронов, а у меня сколько? Даже не знаю. Так, ну у меня глушитель стоит. Нормально. Вот это вот. Ну, блин, я пока не буду ничего качать. В принципе, пока... Пока все норм. Так, вот тут какая-то шняга, вижу. Так, во-первых, куда мне идти надо? А, вижу. Почему мне показывают, что я, типа, в... птичек могу стрелять? Подожди, а как ходить? Control, да? Ага. Давай, блядь, пиздуй отсюда. Так, так, тихо, тихо, тихо. Смогу ли я дойти до туда, интересно? Давайте проверим. Дошел. Так. Ну, я вижу одного типа пока. Ага, вон еще вижу. Ну, то есть, если я сейчас вот этого сзади убью, меня спалят? Или нет, интересно. Там просто фонарик... А, уже... А, не, вон светит. И он, типа, меня увидит, по идее. Я могу натянуть стрелу, но в голову стрельнуть в жопу, хотел сказать, в спину, ну... Сзади. Угу. А, мне, кстати, только одного показывают. Там ничего не показывают. Ну, давай попробуем. Найс. Бля, не попал в него. Ебать. Пулемета хуярит, никуда вы даете. Так, все, мне надоело, ребят. Да блин, вы достали? Вот это вот, кстати, вообще читерство кидать. Коктейли Молотова. А как это вообще проходить? Вот это вообще, кстати, ор, то, что они так закидывают. А, господи, это где-то.
Я еще, короче, меня бесит, что я не вижу своих хп. Бля, как? Типа, как мне его убивать вообще? Не понял. Я не понимаю, как мне это проходить. Я не могу под него выйти, чтобы его убить, и при этом мне еще кто-то кидает молотого. Ну типа смотри, это Шанрил вообще, он еще. Он еще и в доте стоит в этом. То есть забей. А что я сделать могу? Я ж ничего не сделаю. Попытаться вот так вот перебежать, типа. Он даже не кадашится, если что. Это пиздец вообще. Я нихуя не понимаю. Я не могу в него пострелять, потому что он, ну, он вообще без КД стреляет. Предположим. Так, и чё, блять? А, вижу. Это он был? А, нет. Блять, я нихуя не вижу, у меня еще что проблема. Не потому что у меня зрение плохое, а потому что там не сливается очень сильно. Так, у меня с глушителем эта хуйня. Там еще один был. Где-то. Ясно. И все? Подожди, там еще кто-то выше был, как будто, не? Подожди, а где выше? Так, ну нормально, зачистили побором их. В принципе. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Угу. Ну, прикольная монета. Так, назад. Что мы тут сделали? Мы, получается, зачистили типов, убили. Хорошо бы их облутать, наверное, было. У них же могут еще быть, да-да-да, вот в эти вот штуки. Секунду. У них могут еще быть детальки, которые нужны для апгрейдов. Так, стой, давай лучше снизу сначала облутаю, типа. Вот этот, который упал. Такой вороще. Ну, это типы, которые кидают коктейли молотова, уебаны вообще. Лютые. Так. Ага, я тут даже не облутал типов. В упоре. Потому что чел с пулемета стоял, просто хуянил. Вообще ничего не давал сделать. Так, ну все, да, вроде? Два. Три. А, подожди, вот этого еще. Все, типа, больше не было. Обещали. Ну, тут анимация прикольная такая прям. Ну, в целом. То
есть она как будто простенькая, да, вот, ну, но при этом... Короче, ну, я не знаю, как объяснить. Но я не могу подобрать стрелы, к сожалению. Давай опять сломаем, на всякий случай. Кстати, забавно, что я сломал, но толку от этого не было вообще. Он все равно палил в меня, потому что это бот. Что там нажать? Ага, понял. Подожди, я нафиг сюда забрался вообще? Куда мне нужно было? Туда. Ага. А, вижу. Не заметил эту хрень. Время Второй мировой. Кажется, японский. А давай. А, облутал, понял. Вот это что? Сверху. Так, ну... Туда могу пройти. Тихо. Ни одного выжившего. Че? Или ни одного живого. Или ни один не выживет. Я, блядь, английский не шарю, поэтому извиняюсь. Осторожно. Зачем он есть? Видать, для генератора. Для выживания. И как мы поднимем эту болезнь? Оставим его здесь. Понять бы, их тут только двое, или... Согласен. Позвали? А почему у меня моя штука там полетела? Так, тут что-то есть? Нету. Так, ну было пока изи прям. Тут именно, так сказать, сложности у меня только в том, что... Не понимаю, что делать, вот. А хардкорности в виде того, что... Там не могу типов убить или еще что-то. Типа там такого тут все норм. Еще кто-то есть. Так, ну нормально, детальки. Блин, упал прикольно, типа анимация. Как, ну, падение, прям. Просто говорю, я то, что из-за того, что игра старая, я думал, что тут прям намного хуже все будет. Оп. Чё это? А, типа я могу брать и кидать куда-то? Чего? Ну и чё, зачем я это кинул? Стекло вроде хрупкое. Спасибо. Спасибо, вот что игра, ну... Хотя стой, нет, не спасибо. Не выйдет. Могла это сразу сказать? Так, в смысле? Фонарик не получилось, со стрел не получилось. А что я тут еще подобрать могу? Но только фонарик могу подобрать, погоди. Это что?
Жди, ну... Или там несколько раз нужно кинуть. А, я понял, ты решил его выбросить, когда я на shift шифтанул. Блин, не понимаю, если честно, вообще. Никто не уйдет. Блин, все-таки не просто так. Вот эта вот дырка сверху. И зачем мне говорить, что стекло хрупкое, если я тут перепрыгнуть могу просто? Там прикол. Ясно, блин. Отсюда никуда не убежишь! Блин, может мне пушку свою отдать, чел? Пожалуйста. Мне сюда опять надо, да? Ну, что-то не очень хрупко, как будто бы. Да не, это забей. Это точно не это. А, типа я могу обратно выпрыгнуть, да? Или чё? Блин, она горит. Она говорит, что стекло хрупкое. Как будто намекает на то, что нужно как раз таки его и разбить, но... Все, что я пробовал, но не работает. Ага, я понял. Я это случайно, если что, сделал, я не гений. Я мог бы сейчас выебнуться, что типа, а, я понял, что нужно сделать, да-да-да. Я не допер. Ой, это мне, давай. Найс. Сюда. Мне тоже нравится. Блин, убить или не убить? Прошу, убей меня. Ну, я все-таки не такой жестокий, чтобы оставлять его умирать. Вот так вот. Отчет экспедиции. Так. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов — два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведен узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдет много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Почему нельзя было вот таким текстом сделать субтитры? Почему нужно было их делать разноцветные посреди экрана с рамкой вот такой вот, блядь? О, сука. Я не могу их отключить, потому что мало ли кто-то там слабослышащий человек... захочет посмотреть, а субтитров нет, он не сможет посмотреть. Давай, ты бачил, сколько у тебя хп? Пошел, пошел, пошел. Фарм. Да господи, умираю уже, чел. Чуваки, мне нужны патроны на ПП, если что, пожалуйста. Если у вас есть, то... Так, откуда он там орет? Да господи, вижу. Он еще и сгорел сам, походу. Так. 15, блин, но 15 этого мало. И я не буду тратить.
Блин, а можно еще увеличить, интересно, рюкзак? Было бы неплохо. Так, тут два типа лежит или это один огромный такой? Ага, один огромный фон. По три патрона, по пять, по четыре, но это, конечно, смешно. А комната с картой. А тут же карта есть, да? Ну такая себе карта, что-то это не очень мне нравится. Отец Матиас освободит нас. От чего? От острова? Да блин, все, тут чуваки по этот. Как называются эти? Тектант его. Ну, три патрона. Сколько ты мне дашь? Три. Нормально. Давай. Сколько у меня уже тут? 30 патронов. Ну, блин, ну все равно маловато. Так, я бы с лука стрелял, на самом деле, пока. Блин, тут реально бункер какой-то прям. Алекс. Оборудован. Хорошо очень. Да. Пульт сломан. Плохо. А его уже волки разгрызли, чел. Если ой, рядом нет чилиха. Магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но. Но? Сначала его нужно найти. Ну, понятное на дело. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле... Флешку кинули. Очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Блин, она не может лицо помыть? Прям... Слишком испачкалась. Забрись на радиовышку и подайте сигнал о помощи. Окей. Блин, тут прям много лута. Так, как будто бы как-то туда пролезть. Ну, мне стрелочки не просто так, наверное, показывают, но давай. Так, и чё, куда мне идти? Вперед просто? Боже мой. Только бы эта вышка заработала. Только блин. Все. Вот буква F должна вот тут, где восклицательный знак вот этот вот красный. Вот там буква F должна нарисована быть, блядь, а не снизу. Капец. Вот это прям бесит. О, днем, кстати, заебись. Днем видно хотя бы врагов нормально. Бля, красиво, да? Уф, какая гора, глянь, какая, бля. Аномалия, в смысле, снег это снег просто. Природное явление такое. Почему аномалия-то? Так. Спасибо Роту за его тренировку. Что-то восклицательный знак какой-то горит. Бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но зачем? Похоже, это какая-то секта. Да, но сектанты. Чему они поклоняются? Да. Чего хотят? Что ищут? Похуй. Похуй, чему, что они там ищут. Ну давай на лут больше делать. Так. Кстати, а как тут сохранение происходит? То есть я подхожу уже ему Е. И все, сохранение сейчас прошло, правильно же? Ну, по идее, так должно работать, я думаю. Так. Давай сейчас упади что-то. Ладно.
Блять. Бля, такой еблан. Ты что делаешь вообще? Я попал? Ух, нормально. А господи, так нечестно. Типа, какой смысл от моих курить, если они шарят, где я кидают просто молики? Походу не больно, все-таки я просто попал. Да господи, чел, блять, у тебя сколько хп, ну это пиздец. Я 4 раза в него попал. Так, тут, а, блин, я, кстати, даже до сих пор не вижу, где мои хп находятся, если что. И не понимаю. Да ебать. Не, ну вас прям очень много сейчас, ребят, так нечестно. Это пиздец вообще, не, погоди, ну... Блин, если тут как эта сложность зависит от того, что просто больше врагов именно, вот, ну, здесь по мне стреляют, то... Это, конечно, такое себе. Как ты не умер, алё, чё, я там бочку подорвал. Ты выжил, что ли? Мысли как? Не понял, ладно. Блин, реально анимация прикольная у них. Еще где? Блять, ебать, ты в тайминг просто выкатился, молодец. Хорош. Продолжаем зачистку, если что. Походу, она будет тут бесконечная, я так понимаю. Если тех облутал уже, добавлю. А я туда не подымусь, да, чтобы залутать, типа. Не подымусь. О, найс. Типа 700 уже. По-любому что-то надо будет качнуть. Я говорю, я до сих пор не могу понять, что... Ну, я с пистолета вроде стреляю, да? Я бы, знаете что, я бы скрытность качнул. Чтобы меня не сразу запаливали, а хотя бы там давали пару секунд. Бля, мне так нравится, как они падают. А, блин. Мистер здоровяка какого? Этого ком, блядь. Кто это? Блин, а вот этого типа. Вот не понять, живой он там или нет. А, мне даже мертвых показывают, блин, да, это вообще такое. Ну и? Я боюсь спускаться еще рано. Бля. Это здоровяк сейчас какой-то выйдет, да? А что с ним делать? Босс файт первый. Уклоняйтесь от удара, затем контратаковать, понял? Понял.
А, ну его легко тогда убить. ХП у него, конечно, прям нормально так. Нормально. На пистолет патроны кончились, кого? Еще где-то был чел? Здорово, авторитет, здорово, здорово. Ага, так вот тут что-то вижу. Так, а сколько у меня на этот патрон? 110, блин, слушайте, если будет много врагов, надо реализовать это все. Какое аниме ты досматривал? Расскажи. Так, ладно, с лука давай пока постреляем. Ебать, ну, название говорит само за себя. Дефолтное аниме. Где чел учится быть крутым и потом всех разъебывает, да? Я угадал? А тут что, тут типа вот артефакты, да, какие-то? Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Ладно. Так, подожди, давай я зажгу на всякий случай факел. Может быть, нужно будет сейчас. О, кстати, реально нужно. У меня она сейчас вниз упадет, да? Понял. Да давай спрыгуй, малая. Да тут что-то вот это вот. Выебоно вот эти, зачем? 30, нихера себе. Так. Угу, понял. Я тут кого-то убивал, кстати. Наверху. Но трупов не вижу. Почему? Так. Так, давай, знаешь, сейчас сделаем. Давай зайдем в снаряжение. И все-таки что-то улучшим, потому что я так, ну, так дело не пойдет. Вот пистолет. Что пистолета можно качнуть? Увеличенный магазин содержит 10 патронов. Я не помню, сколько у меня патронов, поэтому. Так, когда что уменьшается, затем. С этим повышается точность и урон. Угу. Так, это я типа не могу. Требуется затвор. 200. Да давай качнем. Давай. Так, аниме волшебник кленового цинка. Понял. Так, ну мы аниме скоро будем смотреть точно, я думаю. Это винтовка у меня, кава. Я бы лук все-таки качнул. А че у лука? А, так, ну почему можно тягать сильнее, что дает урон от выстрела. Ну, давай скорострельность чуть повысим. Ну, короче, так, чуть-чуть качнули, знаешь, типа, ну, то, что точно лишним не будет, вот. То, что точно лишним не будет. Это, типа, мне туда надо? Или чё? О, не, мне вообще другую надо, в сторону. Вот сюда мне нужно. А как я туда пойду? Пойду. А, понял. У нифига она быстро идет. Прикольно. Ну, все мы когда-нибудь становимся анимешниками. Все нормально. Блин. Не понял, что надо делать. Так. Ну, долез до края и... ПКМ, ЛКМ. А, Shift, понял. Что-то сейчас будет, походу, да? Шатать начнет меня в сторону. Блин, опасно, опасно очень.
Я бы очканул, я бы сдох просто от страха. Пизда, все. А как теперь спускаться? Ракурсы хорошие в игре, вот меня вот это вот радует. Вот лайк разработчикам. Типа я испугаться должен был, да? Понял. Ой-ой-ой, очень высоко, не смотри вниз, не надо. Еще выше лезть, да вы чё? А, так там еще и нет кусочков, пипец. Ну я не хочу такие аниме смотреть, если честно. Мне очень важен сюжет, а не вот это вот все. Боже, да нафиг так страшно. Вы же понимаете, что она упадет и все, типа она труп, она никак не выживет, там миллиард метров высота. Так. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй, мы здесь все держим за тебя кулаки. Ну конечно. Спасибо. А что еще делать остается? Поймать. Мне еще крутить нужно влево, вправо. Нажимайте. Не понял. А, господи, зажимать. Тихо-тихо. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это Лара Крофт Эндьюранс. На связи борт N-117A. О, найс. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт! Ну блин, не все так хорошо, в смысле. Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так. Помыться бы тебя. Нужен сигнал. Пожалуйста. Жди, может. Чтобы такое поджечь. Может, это у меня скин такой охотник стоит. Из-за этого она так грязно выглядит. Может, это реально из-за. Подожди, стой. А как ты спускаться будешь? А, найс. Так. Нормально. Нормально. Бам. Вот это был спуск. Тут что, враги? Да вроде нет. Топливные баки.
Это на что ты намекаешь? Кстати, тут лут, наверное, есть какой-то, да? Скорее всего, не просто так. Ну, блин, одна эта. А это нельзя взять? А, можно. Что ты сделала? А что я нажал? Куда я жмав? Чего? Я просто так тыркнул куда-то и огнево нашел. Ебать. И пораньше нужно подходить было, а сейчас я просто зажимаю Е. И спичкой как будто поджигаю. Прикольно, прикольно. Вот тут, кстати. Блин, не могу взять патроны. Что, не могу взять патроны? Тут эти, что ли, которые автоматные? У меня, кстати, на однерку лук, на двойку пистолет, на тройку ничего, а на четверку этот автомат. Походу, тут на тройку что-то еще будет. И что я сделал? Если, типа, мне нужно поджечь. Серьезно? Ты настолько отбитая? Надо уходить на метров с тысячу назад. Блять. Обалдеть. Блин, их сейчас собьют, что ли, или что? Потому что слишком как-то, ну, мы только начали игру, алё. Ебать. Осуждаю. Это секшоне. А там вышло хоть что-то интересное или нет? Ё-моё. Оп, пошли гоночки. Блин, ебался, ладно. Не страшно. Разок, разок можно. Тихо-тихо. Дырка. Держись. Фу. Еле успел. А, там еще летит хуйня какая-то. Нормально, повезло, повезло. Хорошо. Да господи, да. Капец, чё так всё жестко опасно, пизда. Ну вот видите, поторопился и всё. И теперь я в кашу. Не, прикольно, прикольно, прикольно. Я ж когда прыгаю, дыхание задерживаю, как будто я сам прыгаю. Я думал, я не успею запрыгнуть наверх, а там так и не надо было. Так и надо было, точнее. Отстань! Спаси его! Чё ты стояла-то? Так, ну против него я помню как. Просто шифтанул. Оп. Бля, зачем я стреляю третий раз, если пока время на два есть? Ладно, хоть патрона хватило. Так, блин, ну обидно, что типа не засейвили. Прям очень обидно. О, кстати, удерживайте я. Оп.
Медали, теперь мне не нужны всякие ваши вот эти вот штуки. Блин, надо с этого стрелять на самом деле. Нафиг с пистолета, я мог из лука в него стрелять, да, по идее. Так, тут что? Ага, лут. Блин, пилот, как тебе жалко. Чел хотел помочь, в итоге сдох, блин. Сам умер еще и нам не помог. Найс, это я так понимаю, все. Ну, это сохранение. А у нас как раз по времени как раз серия вторая. Ну, быстро время пролетело, Прикольно, Вот. Но тут экшоне было прям очень много сейчас. Я не говорю даже про экшоне, когда мы с горы падали. Я про то, что мы стрелялись постоянно с кем-то. Вот. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо. И вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Согласен. Так, давай качнем какой-то навык. Так, мастер выживания. Так, давай вот это. Дольше удерживает лук натянут. Вот это я не пойму, зачем оно нужно. Ладно. Так, тут что, вы... Да? Что там, саники? Угу. Давай больше лута будем собирать. Не знаю, зря, не зря. Вот тут что еще? Вот это вот, что это? Я не понял. А, понял, все. Так, теперь понять вообще, как тут сохраняться. Вот это вот мне сейчас сохранение прошло, когда я вышел с него или нет. Так, продолжить, выйти, настройки управления. Сменить ячейку для сохранения. Не понял ничего. Кстати, показывают 20% игры пройденной. Вот это странно как-то. Так, ну чё? Ну, видимо, она сохранила. Все, короче, все. Всем спасибо. Приходите на Twitch смотреть стримы. Вот. Все. Да, все, всем спасибо, всем пока.